Полночной тишине мне показалось, будто ходит кто во мгле. Тихий шепот слышен мне, словно что-то незаметное скиталось. Чапка на матрасе спит, за окном ночь корябит, лампочка до сих поры во тьме мерцает. Кто-то ходит и молчит, подсознание страшит, в коридоре привидение гуляет. И не спится мне от этого кошмара, ходит, бродит привидение во тьме. Вроде бы соседка бывшая Тамара, бродит, ходит в коридоре в тишине. И не спится мне от этого кошмара, ходит, бродит привидение во тьме. Вроде бы соседка бывшая Тамара, бродит, ходит в коридоре в тишине. Прибывает все во сне, 3 часа утра уже. Сонька кошка в коридоре появилась, что казалось прежде мне, что за призрак был во тьме. С появлением Соньки все и разрешилось. Не хочу я вовсе спать, мне бессонницу прогнать. Сонька за окном давно проснулась, встала. Пойду, выйду погулять, бодрый дух мне не унять. Стала быть душа моя и не устала. Испарилась ночка странного кошмара, ночка беспокойная давно прошла. Это не соседка бывшая Тамара, привидением наша Сонечка была. Испарилась ночка странного кошмара, ночка беспокойная давно прошла. Это не соседка бывшая Тамара, привидением наша Сонечка была.